20 сентября в 13 российских городах прошла экологическая общественная акция «Атомный велопробег». Ее участники суммарно преодолели более 230 километров и произвели около 200 замеров радиационного фона в 7 регионах присутствия атомных предприятий. К экологической акции присоединился и Саратов. Задача велосипедистов была не просто прокатиться по городу, но и замерить по пути радиационный фон. Для участия в акции организаторы приглашали всех желающих, в основном пришли студенты. Участников на старте поделили на несколько групп, в каждой из которых был специалист, вооруженный дозиметром. Измерили уровень радиоактивности на 7 точках. В маршрут следования вошли наиболее популярные среди саратовцев улицы. Кроме того, замеры были взяты в двух городских парках имени Горького и Детском. Протяженность маршрута составила 8 километров. На всех пунктах замеров уровень радиации не превысил допустимых норм. Показывает 8 сотых микрозиверта. Это нормальный фон, написано, радиационный фон в норме. В следующем году организаторы хотят провести велопробег от города Балаково, где находится атомная станция, до Саратова. Участникам придется преодолеть маршрут в 200 километров. Мы и созданы центры такие для того, чтобы снимать все фобии, которые существуют в обществе против атомной энергетики. Слишком много людей, страхов есть.